Для тех, кто не знаком с кириллицей, надпись на стене гласит «Люди тупые». И подобные надписи на стенах – прямое тому доказательство. Как писал Адамс в великолепном произведении «Hitchhiker's Guide to the Galaxy», вопреки распространенному мнению, люди не первые наиболее развитые существа на Земле, а третьи после мышей и дельфинов. По-моему, он нам льстил.